Знаменитый маяк в районе Большого Утряша напоминает о погибших в Великую Отечественную войну моряках. Алые маки словно капли крови у кромки воды. 70 лет назад здешний берег был изрыт взрывами. В боях с фашистами затонул вместе с экипажем пароход «Фабрициус», 152 дня сражавшийся на воде. В памяти погибших был установлен мемориальный комплекс. В прошлом году в администрацию курорта обратилась Людмила Доломанская, внучка погибшего моряка. Она долго искала следы погибшего дяди. В этой акватории учебное судно «Днепр» затонуло в октябре 1941 года после попадания вражеской торпеды юго-западнее мыса Большой Утриш. На этом судне служил старшим боцманом мой дядя, москаленко Александр Харитонович. Он в числе 38 погибших здесь моряков. Торжественное открытие новой мемориальной доски погибшим на судне «Днепр» приурочили к празднованию Великой Победы. Изготовили мемориальную доску силами общественности администрации Субсехского сельского округа на собранные жителями средства. Мы очень благодарны, что память теперь есть, место, куда мы можем приехать и поклониться, и почтить память нашего прадедушки, потому что день Победы для нашей семьи – это очень важный праздник. Моряки, курсанты, жители Субсехского сельского округа, ветераны, казаки, школьники – все принесли сегодня гвоздики и весеннюю сирень к обновленному мемориальному комплексу. Это не просто плита, это память о тех людях, которые несли службу, которые погибли. Это память о наших героях. По погибшим морякам отслужили панихиду, объявили минуту молчания и в память о героях спустили на черноморские волны траурный венок.